Каспийске в энергетическом колледже состоялось заседание общественного совета, в ходе которого участники обсудили все актуальные вопросы, в том числе подготовку к ОЗП. Отметим, что прошло совещание с участием министра энергетики и тарифов республики Марата Шахалиева. В ходе встречи с докладом также выступил начальник управления электроэнергетики ИВМ Министерства энергетики и тарифов Дагестана Магомед Расул Магомедов. Он напомнил о событиях августа с отключением электроэнергии по всей республике. Опыт и прохождение зимы показывало, что да, уровень отключения, уровень электроснабжения населения и качество электроэнергии, оно оставалось там, иногда там и хуже, и иногда на том же уровне. Поэтому надо было принимать более решительные меры для того, чтобы, к этому году подготовиться к прохождению осенне-зимнего периода. Как сообщает пресс-служба Россети «Северный Кавказ» «Дагэнерго», в Махачкале энергетики увеличили трансформаторную мощность 18 центров питания, заменили свыше 2000 опор ЛЭП, 112 трансформаторных подстанций и многое другое. Кроме того, представитель общества с ограниченной ответственностью «Профстрой-Юг» Магомед Курбанов рассказал о разнице между зимней и летней нагрузкой электроэнергии. Сейчас летом проблемы, именно за жары, из-за нагрузок. Два раза меньше. Всегда бывало летняя нагрузка и зимняя. Между собой разница была почти два раза. А сейчас они одинаковые. И один из таких редких регионов, где каждый год растет нагрузка от 3 до 5%. Нигде такого нет. При подготовке особое внимание будет уделено районам столицы Дагестана, где наиболее часто происходили аварийные отключения. Улицы Гаджиева, Яракского, Каркмасова, Титова, Ирчи-Казака, часть проспектов Али-Гаджи, Акушинского, Амитхан-Султана и другие. Стоит подчеркнуть, что основательно подготовлен к осенне-зимнему периоду газовый комплекс Дагестана.